И так вы играете в Архейдж, вы решили пройти на Остров Свободы, чтобы отвести свой гребаный никчемный пак, сдать его за большие деньги, и что же вам понадобится? Для начала сам пак, сертификат приобретается у торговца, ресурсы на грядке выращиваете. Дальше корабль, который вылазит прямиком из ада. И обратите внимание, что ваш флаг должен выглядеть максимально дружественно. Также очень неплохо иметь ветку скрытности, а под ней скилл хайд, или весь называйте как хотите. Запаковались, отчалили, плывем, смотрим назад, смотрим по сторонам, смотрим под воду. Приплыли, отзываем корабль и сразу в инвиз. Не привлекай внимания, не приближаясь ни к одному врагу, медленно, но верно двигаемся вглубь острова. По мере приближения к центру острова, не забывайте оглядываться по сторонам, чтобы в узких расщелинах вас никто не заметил. Гребаное дерево! Но что же делать, если у вас нет инвиза? Ответ только один. Бежать! Бежать! И еще раз бежать!